Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров провел совещание по подготовке Международной олимпиады по информатике среди школьников. На встрече обсуждались вопросы, связанные с размещением и трансферов участников олимпиады, ее гостей и волонтеров, организацией церемонии открытия и закрытия, подготовкой рекламной продукции, а также привлечением СМИ. Когда они будут в аэропорту, сделайте им наборы с водой, чтобы там никто не падал. Да? Значит, воду, чай, либо какие-то напитки, печенье, значит, просьба, чтобы у них вот этот сухой паёк был, когда они ждут там, всегда кто-то сопровождал. То есть за каждой группой был наш волонтер. Данная олимпиада проводится под эгидой ЮНЕСКО с 1989 года и является одним из наиболее престижных интеллектуальных соревнований школьников старших классов всего мира. В настоящее время в этом соревновании молодых талантов участвует около 85 стран. Россия впервые удостоилась чести проводить на своей территории столь значимые события мирового масштаба. Казань завоевала право на проведение 28-й международной олимпиады по информатике. На данном этапе ведется большая работа по привлечению региональных, федеральных и иностранных СМИ. Для журналистов будет организована экскурсия по университету, чтобы они имели возможность ознакомиться с передовыми научными разработками нашей Alma Mater. Регина Фахрутдинова, Рамиль Бикбаев, Универньюз.